Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такую шоколадку Милка. Клубника со сливками. Вот так красиво она должна выглядеть. Также здесь что-то можно выиграть. Ну, в принципе, мне это не нужно. Так, здесь у нас 90 грамм. И также есть состав. Давайте его прочитаем. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, там я увидела 2 Е-добавки. Ну, в принципе, 2 это не так много. Сосуд какой-то. Так, и пищевая ценность. Давайте тут мы тоже с вами посмотрим. Так, давайте откроем. Аромат клубничный сразу пошел. Так, тут интересно смотреть, сделано как такими ямочками. Так, ну, кстати, здесь нарисовано то, что верхушка у нее выпуклая. А здесь, ну хотя выпуклое, но что-то очень мало, не настолько. Так, разламываем, ну и прям маленькое. Ну, как всегда, в принципе, как всегда. Здесь нарисованы начинки, как будто бы прям клубничный очень много, прям все супер, такая вкуснятина, да, выглядит так аппетитно, вкусно. А тут на самом деле нам предлагают еле заметная, там даже не красная, а какая-то темно-красная начинка, она еле-еле заметная. Вот на этом кусочке тоже так же. В принципе, как всегда у нас. Всю жизнь у нас было так и осталось. Так, ну и давайте, конечно же, ее попробуем. Вкусно или невкусно? Пробуем. Когда берешь в рот 2 плиточки, шоколада становится больше и жуешь как будто жвачку, которая постепенно растворяется во рту. Кстати, это очень вкусно. Клубничный вкус прям обалденный, он есть. Ощущение, как будто даже попались мне в конце какие-то кусочки клубники. Прям очень вкусно. Сливки тоже чувствуются. Прям обалденно вкусно. Действительно кажется, как будто клубника со сливками. Но, как всегда, Милка очень приторная. Она очень приторная. И, конечно же, хочется сразу запить обязательно. Чем-нибудь запить, чтобы вот эту вот приторность убрать. Не знаю, зачем делают Милка такая приторная. Для чего это надо? Потому что это ужасно просто, в конце концов. Вот. Но вкусная очень такая, знаете, она ароматная, прям клубника так. Аромат клубники, как будто ощущение, знаете, как будто этой клубники прям очень-очень много там. Хотя на вид мы с вами смотрели, там ее практически нету. Ее там очень мало. То есть здесь все-таки нарисовано ее много. А на самом деле мало. Ну, скорее всего, там просто усилитель вкуса этой клубники. И поэтому кажется, что там ее просто немерено. Ну, сливки, конечно, там тоже ощущаются. Какие-то там что-то, какое-то подобие вкуса сливок. Ну, в принципе, вкусно. Но, честно говоря, второй раз брать уже не хочется есть.
потому что она очень приторно сладкая, очень. Не очень мне нравятся, честно говоря, такие шоколадки. Но эти обзоры я делаю для вас, чтобы вы знали, что же там внутри, видели, что внутри, и уже подумали, тратить деньги или нет. Вот такой у нас с вами был обзор. Всем спасибо за просмотр. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также обзоры на технику, наушники Bluetooth, видеокамеры, там много всего интересного. Также обзоры на продукты из магазина Fix Price, Победа, Светофор. Также еще очень-очень много всего интересного на моем канале есть. Живопись и там фоны всякие. Короче, много-много всего. Вот. И с вами был канал Art Money.